Вот, ребятки, купил вот такой вот ларь бирюса на 325 литров, на 330. Буду в него рыбу складировать. Сейчас вам покажу его. Во какой громадный, блядь, как магазинский. Цена у него вот такая вот. Нормальная. Окупительная. Открывается он вот так. Тут у него два ящичка есть. Короче. Вот такой вот он высокий, ребятишки. Понимаете? Столько рыбы войдет. Ну вот тут такая. Вот смело теперь вот так вот можно показывать. Хуяк! И почти вот так вот вошла. Вот такой вот обзорчик. Сейчас покажу, как он гудит. Сейчас, подождите. Чуть-чуть. Звук ему включу. Гудит он тихонечко. Сейчас посмотрим на герметичность. Может, где свет видно. А, телефон я тебя спасу, ты не замерзнешь.